Наша цель – подготовка выпускников с максимально возможным диапазоном трудоустройств. Мы постоянно отслеживаем потребности работодателей и бенчмарк мирового образования. Качество обучения на нашей программе подтверждается наличием профессиональной и международной аккредитации. Нынешнее поколение студентов желает не просто получать знания, а одновременно еще и их практическое применение, то есть прикладной характер. И программа «Экономика» вышки это понимает и дает студентам такую возможность. Мы стараемся не только дать нашим студентам знания, но и научить ими пользоваться. В частности, мы уделяем внимание анализу данных. Современный экономист должен пользоваться разными инструментами, от продвинутого Excel до языка программирования Python. При поступлении на факультет экономики более всего меня привлекло то, что есть большой спектр различных интересных предметов, которые иногда мы можем выбирать сами. Во-вторых, углубленное изучение английского первые 2 года. Но больше всего это то, что, мне кажется, очень грамотно составлена программа на нашем факультете обучения. Обучение в вышке подразумевает возможность формирования индивидуального учебного плана, что позволяет студентам выбрать дополнительные дисциплины, которые могут быть как по основной программе обучения, так и из других направлений. У студента есть возможности изучать то, что нравится именно ему. Написать проектную работу, например, и всегда быть уверенным, что найдется руководитель, который подскажет, направит и поделится опытом. Благодаря тому, что наши учебные планы соответствуют международным стандартам ведущих мировых вузов, для наших студентов открыты границы. За последние несколько лет наши студенты учились в Италии, Австрии, Норвегии и Чехии. Одним из элементов программы является проектное обучение. В рамках этого обучения студенты не просто решают теоретические задачки, кейсы, а в мини-группах в течение нескольких месяцев работают над реальным, практическим бизнес-кейсом. И насколько же приятно в конце проекта видеть их удовлетворенные лица, наполненные гордостью за где-то оптимизированный бизнес-процесс, который был недостаточно эффективен, а где-то из-за создания нового эффективного бизнес-процесса. Наши выпускники могут работать в компаниях финансового и реального секторов, а также в госструктурах. Часть из них выбирают иной путь и создают свой бизнес. На самом деле вышка дает фундаментальное образование. То есть вот на основе именно этого образования уже потом самостоятельно или с помощью каких-то дополнительных курсов можно, в принципе, любую специальность освоить. Но, наверное, самое главное, что мне дала вышка, это смелость, в смысле отсутствие страха. У меня было сложное решение открывать ли второй цех, например, и в общем и целом оно не было на поверхности, потому что требовалось, в общем-то, укрупнение штата, и все было сложнее. И вот экономическое обоснование я считал с помощью математических методов. И оказалось, что это прям имеет значение. Мы сделали этот шаг, посовещались. В итоге, да, это очень здорово. Оказалось ровно так, как я считал. Вышка – это бесконечное количество возможностей. И в первую очередь это возможность развивать себя. Ведь в течение ближайших 4 лет вы будете находиться только в сильном окружении. Вашими одногруппниками станут лучшие выпускники школ, которые настроены на блестящую карьеру в области экономики и финансов или в создании собственного бизнеса.